Борис? Алло, алло. Алло, алло. Привет, Борис. Здорово. Всем привет. Привет. Супер игру играем. Взлетай на стрим. Сейчас я к Димке отсосусь. Ау. Ау. Защемление. Всех позвонков. Новый Что это такое? Во что вы играете? Новый писк моды. Бесплатные моды? да. Да. Бесплатная китайская мода. Помните, был анекдот? Типа, я гей. У тебя квартира есть? Нет. Машина есть? Нет. Какой же ты гей, блин. Какой же ты гей, ты пидор, Вот смотри, Леш, ты сейчас вот на экране, вот там навык случайный, комплект номер один. Я блин. выбираю комплект номер один, у меня тут мой ФАМАС и это снайперская винтовка МСР. Ну все, окей, Кукри бой. и еще какой-то пистолетик. Ну, бой, да? Пистолета отдачи нет. А, я понял, почему чувак с дублем играет. Да, блядь, пиздец. У тебя идет стрим, да, блядь? Да. Вот видишь, как у чувака этот розовый пистолет крутится? Да. Очень мало кадров анимации. А сколько FPS у тебя? Я не знаю. Нет, это у него тормозит. Кому-то не скоро. Да, Что, Борт, может твое быть, или... здоровье. Cheers. А, черт. Я вообще Cheers, забыл, что ты у меня здесь тоже. А, подожди, cheers. подожди. Я там тебя осталось. Ты где был? Черт. Оп, У меня оп, 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 оп. было два свидания сегодня подряд. Черт. Первое свидание было с медсестрой. А, окей. Погнали. Леш, ты, наверное, управляешь, да, полетом? Да, давай сюда. А второе было с девушкой, которая делает татухи. Окей. Первое свидание было охуенное с медсестрой, а второе с тату этой чикой было такое, что я 3 раза пытался намекнуть ей, что пора заканчивать и выходи из моей тачки, блядь. Но она не понимала намеков. Так, я уже... А куда? Где? Почему? Где? Я уже 3 пушки подобрал. Почему она мне не в руках до сих пор? Вот так вот. Меня тоже нет. По 90, да? Это я, блядь, туплю. Это заебись, что я пушку нашел. Ну хотя бы щепотку патронов бы в нее А засыпал. знаешь, типа, что это за игра? На каком моторе? Откуда вообще она взялась? Это бета-тест на самом деле. Чего? Вот этой игры. Я понимаю, но откуда вы узнали, откуда вообще народ этот, откуда здесь на серваке? Mail.ru.
Откуда 47 человек в лобби? Все, я понял, Леш, смотри. О, ну ладно. Там нет. Я купил ладаут. Где? Где как? А, нет, не ладаут. Который, не который ладаут. Точно так же красным цветом, смотри. Красным дымом горит. Короче, я все спиздил, там только аптечки были и патроны. Ну ладно, пойдем, пойдем к кому-то пиздить. Снабжение. Пойдем пиздить, да. Я там где? Мощные патроны, мощные. Мощные патроны. Аптечка. Нет. Окей, я нажал таб и охуел. И чё это? Вся команда. Ты видишь, кто с каким оружием играет? Ебать, Боря, бля. Нихуя ты глазастый. Окей. Окей, у Лёши Карыч АКМ, у меня П-90 и АВМ. А, АВМ же это, как его? Да, АВИК. АВИК, да. И почему теперь 60 патронов могу зарядить? Не, ну, кстати, с одной стороны, прикольно, на тап нажимаешь, ты видишь, как, кто с чем играет, чего не хватает в команде, например. Так. Типа, есть снайперы, например, в команде или нет? Там Грена лежала. Графон, конечно, такой. Сказать. Ну вот я думаю, если запустить Call of Duty Verdansk Mobile на компе, графон примерно такой же. Нихуя себе, что это? Да, да. Но вы же не в мобайл играете. Нет, это полноценная игра. И чтобы никто не пиздел из игроков. Все сделали по уму. Тут даже нету слайда, блядь. Не то, что слайд кэнсела, блядь. Не, ну там идешь, не? Да я уже рядом с вами. Окей. И почему-то у меня 23 патрона. Я же там только что что-то забрал. А присесть можно? А лечь? Лечь. Окей. Прыгнуть даже можно, не прыгай. А смотри, что еще есть. Опа. Опа! Опа! За угла! Только почему-то, блядь, у противника это намного круче выглядит. Он там, блядь, вот так отгибается, блядь. Чё это? Муравей там откис. Ты знаешь, что похоже на... Смотрели сериал Stranger Things? Нет. Там монстр такой. Вот что мне за патроны надо? Кто мне скажет? Ну, тип там. Где? О, ты метку поставил. Я к нему иду. Я раз попал. May you quit. Поменял подгузник. Ребят, я без звука смотрю игру. Ящики звенят? Да. Поэтому я и пришел сюда. Я услышал. А ты, Дима, как всегда, твои файтятся, а ты ящики открываешь. Мне все интересно. У меня 23 патрона. Каких, блядь, патронов мне надо для этой пушки? Здесь тип был. Я не знаю, что он убежал, не убежал.
Ну смотри, там чуваки тяжело там ранены. Тюхают. Cheers. 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 О, вижу, он. Я сюда на ХГ захожу. Если подымусь, конечно. Если текстуры... Ого. Здорово. Ух ты, вот они починили. Да, блядь. Дал, сильно дал. А зачем он на нас бежит? Убил, да? Да. Отлично. Где-то его друзья, значит, есть. А где станция реанимации? Скажи, что попрыг. А он вообще вышел, блядь. Ну давай, молодец. О, стреляет, стреляет. Там же. Да там, на радар. Починках, да? Ты стреляешь? Нет, 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 нет. Я их вон там, типа. Я убил одного. Так, еще раз повторяю, у меня 23 патрона, я нихуя не смогу сделать. Мощные бинты, какие, блядь? Мощные бинты. Средние. Мощные, мощные, 10, заряди мощные. Бери у него там, стену. Легкие. Бинты. А, тут присядку можно бегать. О, да, какие-то я взял. Теперь у меня... Перезаряди теперь. А вот как это полечиться, блядь? Лучше бы ты ко мне отошел, Леш. Так, по мне стреляет. Откуда? Че ты там, как? А, теперь вижу. Вон там на кактусах, блядь, три человека. Давай по новой. Подожди, я еще бегу. Тут. А, все, да. Игорь, что такое? Это ничего. Ай, блядь. Так, ну ладно, ребят, я байки, наверное. Давай, выводи нас. Или тут надо попу самому выходить? Наверное, да, с мамой. Я вот выхожу, но тебя, наверное, не. Ну, спасибо, Леш, за игру. Да, спасибо вам тоже. Завтра, наверное, будет реколда или батла, блин. Я думаю, первое. Давайте. Добрый день. Давай, спасибо, да. Спокойной ночи. Давай. Бля, пиздец. Ой, май гад. Как дела у тебя, Борь? Заебись. Вообще охуенно. Это радует. У тебя ноутбук сел? Нет, не сел. И не ноутбук, а телефон. Я сегодня Вите звонил. Че? Что говорит? Говорит, мясо, шашлыки, дача. На следующей неделе минус 6. Минус 6. Нет, сейчас не минус 6. Но, по-моему, на следующей неделе. У меня сейчас мама улетела в Германию. Когда она прилетает, 30-го. Ты же тут 30-го, да? Да. Это Ром. Я знаю, это Дима. Марина купила. Подожди, а ты же мне привозил бутылку, по-моему, такого? Нет. Не? Нет. А, Юлька привозила. Юля привозила мне. Да, наверное. Окей.
Типа будет минус 1, минус 6 и снег. 30-го. Блядь. А 31-го? Или сколько там дней у нас? 31-го, да. 31-го тоже. Я не знаю, что будет 31-го. Дима, у меня такой план. 30-го у меня целый день, по-моему, съемки. Я с мамой буду заниматься там нотариусами. Все. Отлично. У меня мама тоже 30-го приезжает. И 31-го ей, по-моему, к врачу. И после этого я бы поехал в Янеда. Ага. Потому что я бы отвез маму. Ага. Она с сумкой. Она только из Германии прилетела, получается. Ну вот. И сгонял бы как раз, взял бы компьютер у них. И первое – это суббота, второе – это воскресенье, по-моему. Ага. У нас два дня, мы можем с тобой... Да, отдыхать. Ты по поводу лаптопа спрашивал уже? Нет, но я думаю, вообще это без проблем. Что если надо, ну, можно взять монитор оттуда у родителей. Да. Чтобы ты не это не смотрел вот так вот. Да, это было бы охуенно. Просто тогда вопрос, тебе отдельно клава тогда нужна, наверное. Чтобы лаптоп можно... А, ты возьмешь с собой? Да. Бери тогда с собой наушники. Маленькая, маленькая. Бери наушники. Да, ей! Мышку и клаву. Yes, sir, sir. You piece of shit, maggot. Yes, sir, sir. Души себя. Как? Я сказал, души себя. Это откуда? Что за тема? Full Metal Jacket. Я не помню. Нет, я сразу подумал про этот фильм, но я не помню, души себя. По-моему, там в переводе гоблина вроде. А, да? Блять, надо посмотреть. Дима, а я не вижу твой стрим. Why?